Прости, отец. Я поступил импульсивно. Увидев изнеможденно больных и несчастных детей, тщетную надежду в их глазах. Я уже говорила, импульсивность всегда приводит к неудаче. Но ты все же кое-чего добилась. И я позабочусь об остальном. Глупцы. Им никогда не узнать всей прелести богатства. Отец, ваше лицо. Фремина, в следующем году мы сможем принять больше сирот. Я получила средства. Хорошо. Задание выполнено. Теперь ты можешь спать. Спасибо. Когда раны заживут, я отправлюсь на новое задание. Обычно своей добродетельностью кичатся самые отпетые злодеи. Мы не такие. Покойся с миром, Снежевна. Мое дитя.